это гороскопы Яглавицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Перенесите все важные разговоры на долгосрочную перспективу. Телец. В этот день расцветет ядовитый цветок какой-то незамеченной вами проблемы. Близнецы. Радость в этот день будет связана с детьми или родителями. Рак. Посоветуйтесь с надежными людьми, им со стороны виднее. Лев. В этот день лучше отдавать предпочтение практической направленности. Дева. Вы будете смело солировать, не желая подпевать. Весы. Все союзы, заключенные в этот день, будут особенно успешными. Скорпион. Вам удастся совершить все незаконченные дела, поздравляю. Стрелец. В вашей душе звенят колокольчики душевного восторга. Козерог. Если у вас нет пары, открывается отличная перспектива для романтики. Водолей. Вас ждет встреча с другом и запредельное откровение. Рыбы. Какой-то интеллигентный и умный человек может дать вам хороший совет. Это был гороскоп Яглавицкая. До встречи!